Вы смотрите канал Бадди Филм. Всем добрый день. И я сегодня не удержался, и после новостей о том, что ночью завалилась часть Шулявского моста, решил пойти посмотреть, что же будет с трафиком именно на подъезде к Индустриальному мосту. Огромная тянучка. Время 8:30 утра. На повороте возле Мармелада и торгового центра Аркадия всех разворачивают, и правый поворот просто перегружен. Весь общественный транспорт уходит туда. Некоторым счастливчикам удается проскочить, но они реально говорят, что им нужно повернуть или на Выборгскую направо, или дальше на улицу Машиностроительную, их пропускают. И такое будет каждый день. А мы идем дальше, даже чтобы не утомлять зрителя, немножко пробежимся. Получилось очень весело. Дорога практически абсолютно пустая. Посмотрим еще раз сверху на скопление машин у поворота на Мармелад. Поворот на улицу Выборгскую, бежим дальше, еще меньше машин, вот счастливчик проскочил повернуть на улицу Машиностроительную, и вот наконец наш мостик. Отвалилось, кстати, не так уже и много, ну упал кусок, хорошо, что никому не на голову, что это случилось ночью. Дорожные службы ночью все почистили. Редкие прохожие останавливаются для того, чтобы сфотографировать и посмотреть, что же произошло ночью. Телевизионная служба новостей на боевом посту. Камера работает стационарно, я так понимаю, транслируют онлайн через спутниковую систему. Тоже очень удобно, оператора ставить не нужно, если мост будет падать. Камера все это заснимет. Но мне приходится снимать руками. Больше ничего интересного нету, этот кусочек не впечатляет. Транспорт по этой улице не пропускают.
а я решил пройти и посмотреть, что же там дальше с этим мостом, как он вообще выглядит и какие шансы. А шансы, я вам скажу, очень высокие, что отвалятся еще вот эти вот части. Но это уже забота нашего мэра. Со стороны Шулявской въезд перекрыт, но разрешен поворот с проспекта Победы направо на улицу Довженко. Можно проехать. И перекрыто возле поворота на Росинку. Скопление машин. Сейчас 9 утра. Не очень большое. Ну, посмотрим, что будет днем или что будет завтра. Всем хорошего дня. Как вы поняли, проезд очень сильно затруднен.